Привет, ребятки, новости по Poppy Playtime. Кстати, давайте сначала вам покажу вот это. Разбор вот этой... Ну как разбор, смотрите. В общем, хотите, вот скажу вам. По Poppy Playtime... О трейлере Poppy Playtime вторая глава. Трейлер второй главы, смотрите. Что означают эти цифры? 2.22.22. Объясню. 2 означает второй месяц. Это у нас месяц сейчас прошло январь, февраль. Сейчас февраль. Второе. 2.22. 22 число. Потом 22.2 означает 2022 год. Что означает 22 февраля? Выходит трейлер Poppy Playtime вторая глава. Да, ребятки, это правда. Вот смотрите. Вот тут Лёха Хорнема вот кое-что опубликовал. Многие подумают, что дату выхода Poppy Playtime на мобилке я выдумал. И это был просто скам. Но нет, это официальная дата. 22 февраля выйдет и порт на мобилке, и трейлер второй главы. Вот официальное подтверждение. Перевод. Мобильный порт выйдет 22 февраля 2022 года. То есть, смотрите, да, это опубликация от разработчика. Лёха Хор нас заскамил просто. Но нет, это оказалось уже не скамичем. Ведь разраб же, типа, писал, что для порта на мобилке все готово, локация есть. Джойстики и все это легко сделать. Так что уже через 2 дня ожидаем порт игры. Я сниму этот порт. Если он не будет у меня поддерживаться, то уже ничего не знаю, что делать. Но хотя вы знаете, он же именно у него же Poppy Playtime, как бы он же это оптимизированная игра. Типа, чтобы на других ПК не лагало. Так что, думаю, он оптимизирует и на слабые устройства. И снимем реакцию на Poppy Playtime трейлер второй главы. Да. Потом, когда выйдет уже вторая глава, я ее сниму. Да, ребятки, сниму. И сниму уже на мобилке тоже. На телефоне. Если все удастся. Так. Что у нас в комментах? Ну, так, в общем, будем ожидать игру. Ладно, кстати, вот то скрины, вот то я вам показываю 3 скрина. Это, видимо, скрины из трейлера и вот этот скрин разработки. Где именно, вот, игра же в разработке. Где же? Ну, уже никак. В общем, ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока. Ожидаем трейлер, игру. Точнее, вторую главу и Poppy Playtime. Пока.